Добрый день, мы к вам. Можно? Да-да, проходите. Ну что ж, приступим. Рассказывайте, что вас беспокоит. Понимаете, я домохозяйка, воспитываю детей. Мой муж постоянно на работе, и вроде бы все хорошо, он для нас старается, но на это столько времени и сил уходит. Он приходит вечером домой уставший, очень поздно. У него нет сил даже меня обнять. Не то чтобы участвовать в воспитании ребенка. Вот видите? Да, да, все верно. Создается впечатление, будто на земле нет ни единого места, где бы вы могли расслабиться с семьей и отдохнуть. Понимаете, мне кажется, что я себя потеряла. Я столько лет прожила для семьи, для детей, а они разъехались, выросли. А я осталась одна. Я за все это время поняла, что я знаю, как жить для других, а как для себя жить, я не знаю. Давно не получала удовольствия от жизни. Может, вы чем-то поможете? Да и друзей у меня всегда мало было. Не знаю, вроде все дружат, общаются, ходят друг с другом вместе, отдыхают. А я не знаю вообще, что, куда и с кем. Не знаю вообще, надо ли мне все это. Голова забита черт знает чем. Прям вот, ну, как будто хочется чего-то, а не знаешь чего. Ну, вот и к вам пришел. Вы знаете, что нам нужно сделать? Душа чего-то требует, а чего не знаю. Хочется просто почувствовать себя настоящим человеком. Вы нам поможете? Помогите, пожалуйста. Надеюсь, вы мне поможете. А знаете, у меня для вас есть кое-что интересное. Ой, спасибо. Ой, спасибо вам. Спасибо. Сходите и обязательно хорошо отдохните. Бывает так, что, погружаясь в бесконечный поток дел и забот, мы не замечаем, как выгораем и перестаем по-настоящему жить. Остановитесь и вспомните о себе, о том, что вам необходим отдых. Наша таежная спа-алтайская здравница вернет вас к активной жизни, наполнит ваше тело энергией, а сердце – радостью. Приходите в гости!